Аппарат Павла Ивановича. Работа с комфортом пассивно. Я бы сказал по-пижонски. Весь инструмент, котлы и ведра поехали с Пашей. Остальной личный состав с удовольствием идет пешком. Закончив работу, мы не в силах нести наши орудия труда, поэтому будем использовать нашего железно-пластмассового коня. Ну так что стоим, что ждем? А в это время Гарик наводит марафет под железным конем. Вот ДМ-ка отправляется наверх, дамы отправляются в салон. Ура! Вот так взмутили эту лужу. Пау, 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 пау.